Наследие мастера в исследованиях молодежи. Сегодня в ИЗВФУ в рамках Дней якутской культуры начала работу научно-практическая конференция «Мандар Агылара». Первые республиканские чтения посвящены 70-летию народного мастера-кузнеца Бориса Неустроева «Мандар Ус». Всего будут работать 8 секций. Участники представят работу по биографии общественного деятеля, будут доклады о роли школы «Мандар Кыгата», об истории кузнечного дела в республике, о религиозно-философских взглядах мастера. Пленарное заседание открылся сам мастер «Мандар Ус», благословение молодых исследователей. Добавим, устные чтения «Мандар Агылара» проводятся на родине мастера в Татинском районе с 2008 года. Вот начинается республиканская конференция. Я очень рада этому. И приехала, как я вижу, очень много учеников из разных улусов нашей республики. Если человек не знает свои истоки, свою культуру, великую духовность своих предков, он, если он этого не знает, он лишен самого главного в этой жизни. Вот в этом отношении, вот на таких чтениях наша молодежь, я считаю, только выигрывает.